Девчонки, всем привет! Наконец-то ко мне приехала посылка. Кто не знает, я участвую уже второй год. Мы с девочками-блогерами второй год собираемся и делаем самый новогодний обмен. По этому хэштегу «Самый новогодний обмен» можно найти все наши видео. Нас около 30 человек, и нас собрала Рита Рыликова. Она мама 6 мальчиков и вообще очень крутая. От кого пришла мне посылка, я не знала до последнего, пока мне не позвонили с почты и не сказали, что к вам пришла посылка. Я думаю, интересно, от кого? Но я так сильно-сильно заболела, что я просто с температурой не могла поехать и забрать. Она лежала на почте около 5 дней, но потом я не выдержала и больная поехала. Поехала ее забирать. У меня было удивление, потому что посылка мне пришла с Белоруссии. От мамочки-блогера, у нее двое деток, у нее канал, ну, о материнстве, конечно же, как мы все мамы-блогеры, но еще и о уюте в доме, о красоте. И это, как вы думаете, кто? Бай Мария! Я тебе очень благодарна, я еще не видела, что здесь, но я уже очень-очень рада, поэтому я не буду томить, я буду открывать. И что же тут, что же тут? Сейчас Ника прибежит. Ух ты! Такой коробок не маленький. Смотрите, какая красота и милота. И все в сердечках. Это наклеечки. Ой, супер! Класс! Мне прям разрывать не хочется. Но так интересно, что здесь? Я не знаю, с какой стороны. Я не знаю. Мне так жалко сердечки. Запаковала, так запаковала. Это специально, наверное, чтобы прям аж сердце колотится. Я не могу ее распаковать. В общем, я как ребенок ее разодрала. Белпочта. Я не знаю. А, вот. Я думаю, как, где, откуда. Я тут подготовилась с ножами, с ножницами. Глядя в виде других девочек, то я поняла, что обязательно нужны ножницы. Да, тут просто так не открыть. А у нее не терпешь. Ника, я открываю. Или не открываю. Я не могу открыть. Маша, ты, конечно, запаковала, так запаковала. Так, та-дам! Опа! Ух ты! Ничего себе! Смотрите, какая красота! Тебе невероятной! Боже! И прищепочкой звездочка. Класс! Смотри, папа, какая красота мне пришла. Опа, звездочка, звездочка, тебе невероятный. Как приятно. Дорогая Нюта, пусть в твоей жизни будет столько же счастья, сколько в тебе шарма. Класс, спасибо. Хочу поздравить тебя и твою прекрасную семью с наступающими праздниками. Пусть в жизни будет все только в ярких красках. Маша, бай Мария. Ай, класс, тут вот даже сердечки. Спасибо тебе большое, буду хранить. Так, дальше. Ух ты! Тут футболочка с Оджи. Открываю, 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 открываю. Та-да! Такая маленькая, как раз на меня или на Нику. Тут еще надо будет разобраться, что мне, что Нике. Так, смотрим. О, мне англичанин нужен. Англичанин! Иду.
Англичанин готовится, потому что, ну, хочет быть красивой в кадре. Мы Демочку положили спать сейчас, потому что перед этим ездили к врачу. Поэтому кричим. Давай. Ну да, замолкаю. Вот, наша принцесса, давай. Ты уникален. И кто больше другой? Я уникальна. Спасибо большое, приятно. Видишь, как красиво. Дальше. Смотрим. Ага. А это у нас коллагеновая облепиха. Увлажнение, омолаживание и увлажнение для всех типов и возраст плюс 30. Спасибо большое, потому что я действительно в своих видео везде говорю, что я уже использую косметику 30+. И вот это прям в тему. Спасибо большое. Я обожаю всякие масочки, потому что я помешана на всем этом. Опять масочка, это огурец и керамиды с биозолотом. Класс, я обожаю такое, я все такое очень обожаю. Маска, перчатки для рук, увлажняющая. У меня тоже постоянно говорю, что у меня проблема, что у меня очень сухие руки. Маски именно для рук я еще, кстати, нигде не встречала, это супер. Тут два этапа, первый и второй этап. Есть! Ух ты, сколько тут всего! Смотрите, я прям чувствую себя бьюти-блогером. Класс, тут реснички есть. Это корейские, как я понимаю, да, наверное. Это не корейские, это Тайвань. Класс, я попробую. На самом деле у меня ни разу еще не было, то есть у меня дома лежат две упаковки накладных ресниц, но я еще ни разу их не клеила, потому что боюсь запортачить. Теперь у меня их много, я буду клеить и учиться. Супер, тем более я поняла, к чему это, потому что впереди праздники, и надо выглядеть просто супер. А у меня как раз в планах снимать образы, новогодние образы, поэтому вообще в тему. Супер, класс. Дальше. Ого. Набор для ног. Набор для педикюра. Да, класс, супер. Буду учиться. Буду я тебе делать. Все, я поймала тебя на слове. Надо было еще педикюра прислать. С набором. В отдельной коробке, да? Такой человек. Опа! Желательно мужчина. Папа, ты не против? Папа скривился, он против. Спасибо большое. Конфета. Она уже поломалась. Держи. Надо срочно съесть. Но это просто к тому, что надо ее надгрызть, раз она уже открытая, это. Ага, с моими зубами только сосать может. Я их берегу. Так, дальше. Боже, сколько тут красоты. Это масло для... Не масло, а крем для тела. Боди. Кондиционер. Гель для душа и шампунь. То есть это набор полностью для душа. Это, кстати, вот тоже очень удобно, когда я уже тоже говорила, что такие вот версии очень классно брать с собой в спортзал. Только единственное, осталось ходить в спортзал. Абонемент есть, а я не хожу. Ника уже ест конфеты. Дальше. Это жидкое мыло деликатно с экстрактом лекарственных трав. Календулы, шалфея, эхиноцеи и фиалки. Ой, супер, я тоже такое люблю. Кстати, нам с Никой на двоих, потому что это для интима. Ой, тут пистолет есть. Сейчас я вам покажу. Да-да-да, это для Димки. Так, ладно, давайте с косметикой. Тут сначала косметика. А, это сладости. Смотрите, какие вкусняшки. Мне с кофе, я же обожаю кофе. Класс. И чернослив. Боже, я такое люблю. Вот кофе прям супер. Сразу говорю, ни с кем не делюсь. Папа, нет. С тобой тоже. С тобой поделюсь. А и со мной тоже. Вот, видишь? Крем для ног освежающий для снятия усталости. Кто мне будет делать массаж? Я занята педикюром. И самое интересное, вы просто не видели. Папа на Нику, Ника на папу. Ну? Я педикюр делаю, все. Папа, осталось тебе. Будешь делать? Будешь? Ну, пожалуйста. Говорит, что будет, да. Ура. Спасибо. Дальше у меня тут пробнички. О, это
Это у нас для губ, как я понимаю, наверное. А ну-ка, прочти. Да, для губ. И пробнички, разные пробнички. Буду смотреть, что это. Клоранс. Какой-то необычный. Локситан, да. А я такое люблю, я люблю пробники. Ух ты, кисточка орифлеймовская, браш. Глянем, для чего она. Вот, ну, кисточки всегда нужны. Так, это кулон. Такой, во. Это чтоб, мне, наверное. Чтоб не сглазили. Ну, так говорят, когда на теле у человека, то есть это в основном раньше на детей, вообще на женщин, брошки цепляли для того, чтобы первый взгляд на яркое бросался. Вот, поэтому вот, как вариант. А, кстати, вот, здесь крем Сорби для рук увлажняющий и вот для ног, то есть это одна фирма. Это, кстати, Беларусь. Я очень люблю белорусскую косметику, мне очень нравится. Но у нас она не везде продается, и, ну, то есть это очень классно. Так, тут тоже у нас шампунь для блеска и сияния волос. Я прям чувствую себя бьюти-блогером. Значит, Маша меня тоже так видит, ну, в плане не бьюти-блогером, а именно как мама, которая все время... Следит за собой. Спасибо, моя дорогая. Специально подобранный комплекс бережно очищает волосы, кожу головы, сохраняет липидный баланс и не нарушает работу сальных желез. Вот. Ой, пахнет так приятно. Понюхай. Класс, да? Да. А, спасибо. Так, это карандашики. Белки. Да, 6 набора 6 цветных карандашей. И Демке пистолет. И мне. Пистолет Демке. Он, кстати, у нас, он любит такие вещи, поэтому проснется и будет радоваться. Так, это да. Сейчас, Никулечка, доберемся до твоего подарка. Это «Учим буквы» книжечка. Вот такая вот. Дельфины прыгают. Кстати, русские книги у нас, ну, не так часто их можно найти, поэтому тоже очень классный подарок. И Демка, я тоже говорила всегда и везде, у меня дети очень любят книги, поэтому супер. Мелки, 6 мелков. Будем ждать весну. Или, в принципе, я думала по поводу покупки доски, чтобы можно было дома рисовать и не ждать, например, хорошей погоды, я имею в виду асфальта, чтобы можно было рисовать мелками. У меня Демка это любит. И Никулечки теперь. Да, это плести браслетики. Она, кстати, и видео снимала, но никак и не выложила на канал. Она у меня любитель таких. Ты рада? Да. Да. Вот. Все, я все распаковала. Вот. Все. Спасибо большое, просто огромная, замечательная посылка. И, естественно, я теперь буду еще красивее. Скромности вообще. Ноль. Да, я очень нескромная, но вот как, какая есть. Спасибо большое, Машечка, ты прям вот угадала. Прям я люблю все эти мазалки на себя, поэтому классный подарочек. И хочу... И конфетка вкусная. И хочу вам сказать, что впереди у нас еще распаковка, не все девочки распаковали, поэтому по хэштегу «Самый новогодний обмен» вы можете найти... Все посылочки каждой девочки. Я внизу оставлю ссылочки, кому дарила я. И спасибо большое за просмотр. Спасибо тебе, Маша. Здоровья деткам. Пока-пока. Удей, Аня. Все, Дема проснулся и подарки раскрывает. Что это такое, Дем? Здесь. Это мелки, да? Да. Мы будем с тобой рисовать, да? Да. Да? Аника, покажи нам еще пистолет. Дема. Что это, Дема? Что это? Амам! Это не амам! Она все говорит амам. У меня ребенок, который любит поесть. Ника вот уже, кстати. Анна, Ника, покажи. Ой, все, подарки, много подарков. Спасибо тебе, Машечка. Спасибо тебе, дорогая. Сколько радости у моих деток. Спасибо, солнышко. Смотри, Дема, смотри. Пух-пух-пух-пух! Нет! Мы же играем иногда в войнушки. Дема, стой. Ты полицейский. Смотри на маму. Полиция! Всем стоять! Всем стоять на месте! Так, зарядим пистолет.
Папа, ты теперь попал на досточку. Тебе надо досточку купить ребенку для мелков. А ну, оба, не попала. Давай, папа, еще раз. Все, теперь у нас игра есть. Маша угадала. Папа, а ну. Папа не попал, зато куда попал? Вазу попал, папа. Моя очередь, моя. И папа уехал. Маша угадала с подарком. Для всей семьи. Ой, какая умница! Победитель!